Всем привет, с вами Соник и мистер Флинн. Всем привет! И сегодня мы обозреваем мод Star Wars. Ну что ж, давайте начнем. Этот мод добавляет нам вот такие вот световые мечи. Их бывает очень много видов. Выглядят они у нас вот так вот в руках, вот. И сейчас будет вот такое вот оружие. Чтобы этим стрелять, вот так вот оно стреляет. Зима? Окей. Вот, видите, таким вот он лазером типа стреляет. Весна. Этот мод добавляет новое измерение, как к нему попасть, мы расскажем вам чуть-чуть позже. Так, покажи несколько построек, которые добавляют мод. Вот этот мод добавляет вот такие вот постройки сейчас. Кстати, вот первый вот корабль. Да, мы на нем стояли. Он очень и очень большой. Очень огромный, тут такие размеры. Это как... Давайте зайдем внутрь, если сможем. Постараемся, по крайней мере. Я сейчас покажу. Так, покажи. Здесь я залезть не смог, сейчас еще где-нибудь должен быть проход, обязательно. Да ладно, давай не будем пытаться. Да давай, что ты, блин, сейчас залезем. Все, я залез внутрь, я залез. Попрошни меня. Где здесь вход, я так и не понял. Давай сейчас попробуем его найти. Внутри он так-то неплохо. Тут... Так, это так вот. Тут двери стояли. Больше здесь не стоят двери. Да-да-да. Ай. Так. Вот здесь вот так все идет. Здесь типа комната. Нет, тут еще второй этаж. Вот она, комната, наверное. Нет. Я не знаю, здесь комната управления. Да, что здесь дофига всякой фигни. Непонятно. Что это за комнаты? Я, кстати, нашел пункт управления. Нашел? Да-да. Да, вот она, комната управления. Слышь? А, тут снежок такой дым, пластинка такая. Прыгает. Понятно. Ну, давай выйдем отсюда. Меня забыл. Пошли. Давай, покажи еще другие постройки. Так. Вот первая постройка, которая добавляет этот мод. Так. Вот такой вот небольшой космический корабль. Которым пользовались. Ну, вот такой. Прикольные вот такие штуки. И мы, кстати, в этом мире. Ну, вот такие штуки еще в новом мире. Там еще вот такие вот постройки. Давай, покажи еще что-нибудь. Сейчас я беру так. А, вот. Вот. А, стоп, это первое. Это тот же самый. Да, сейчас. Лети сюда. Здесь я, здесь. Вот, вторая постройка. Это такой же? Ты можешь поменять на другой предмет? Я, наверное, два одинаковых взял. Так. Вот это, наверное, нормально будет. Наверное. Типа. А, да. Да, вот это вот другое, это какой-то типа танка. Только чему-то он над землей. Ну ладно, не суть важно. Так, так, у него внутри вход есть, там нету. Нет, нет. Ну ладно. Вот. Вот это вот такая вот еще постройка. Это какая-то пушка с ногами. С лапами. Ну. Ладно. А, следующая постройка добавляет. А, вот. Вот это большая гигантская постройка. Типа слона. Такие размеры, вот молодцы разработчики, да, Слава? Дофига чего построили. Сейчас посмотрим, можно ли внутрь залезть. Да, внутрь залезть можно, сейчас я залезу. Я залетай. Так, вот мы внутри. Тут, наверное, типа люди сидят. Вот. Тут лестницы, которые... Вот сюда иди. Вот. Нет, вообще-то здесь не должно было быть этого. Так, где-то тогда внизу. Сейчас это. А, вот, все, нашел. Меня забыл. За дело, что дрин. Ладно, пойду давай вниз. А тут вот еще у нас. Тут такая комната управления, наверное, тут. Ну сюда можно стрелять спокойненько. Например, вот давай сейчас попробуем стрельнуть. Вот я, видите, как я стрельнул. Славик, тут заделаешь сверху плитой. Ты, блин, хватит дыры делать. Так, следующий. Посмотрим, сможем ли еще мы ниже опуститься. Нет, ниже мы не можем. Ну давай на улице, будь сейчас ТТП. Так, следующая здесь. Постройка, это что-то вот типа такое вот. Гусеница. Ну вот такой вот неплохой. Гусеница, танк. Мы войти не сможем. Давай. Хотя может попробовать, можно сейчас попробуем. А, нет, тут вот. Где? Здесь-то вот сидишь. А, здесь, да, здесь так. Люди такие сидят. Здесь типа, смотрите, что. Так. Ну, давай следующую. Следующий это тоже. Вот такая вот. Такой. Почти такое. Гусеница, только получше. Почти такое, только измененное. Это прокачали. Вот, наверное, перед. Или где перед? Вот тут перед. Прокачали. Ну ладно. Пушка нет. Такая. Давай, идите сюда. Давай, я здесь. Так, следующее это. Вот такая вот маленькая. Для передвижения. Постройка.
Просто. Ну, для передвижения, немножко для атаки. Да. И след... Близко так не ставь. последнее, которое я покажу, это вот такая вот. Вот такая вот обычная пушка. Что такое? Это пушка. А, смотри, Славик, вот я типа сел. Ой. Где? А, Ну вот, ты все. дыры здесь не делай. Я типа сел, видишь? А, да, вот тут. Вот так садись, двигайся. Вот так садись и стреляешь. А, давай теперь я вам несколько штук покажу. Ну, давайте начнем вот с этой вот. Это вот такого типа, наверное, танка или что-то типа того. Ну, тоже неплохая. Внутрь залезть сейчас попробуем. Внутрь залезть нельзя, там бедрок. Окей. Давай сейчас покажу вам еще одну. Нет, подальше, чтобы не мешаться. Вот такая вот тоже, ну, довольно-таки не маленькая Ух ты, постройка. ё-моё. Тоже, ну, внутрь, Слышь, давайте это внутрь значит залезем. такое? А. Слышь, знаешь, это в Египте такие, вот сиди сюда. Сейчас я внутрь залезу, подожди. Это как этот лев египетский. Внутри вот тут вот такая вот пушка, ну, неплохо как-то сделано. Это Сейчас не мы еще пушка, вниз. это типа для перемещения солдат. Ну, тут и дуло есть, знаешь. Чё? Тут гигантская тут пушка, вот она. Так-то неплохо. Сейчас, сейчас это запущусь. Ой, не запустился. Сюда воду налить, тут динамит поставить, и будет пушка из динамита. А, да. Давайте так, сейчас я, это вторая была. Вот сейчас еще одну поставим. Вот такая. О, нет, сейчас я с этой. А, вот это для перемещения вот Вот тоже. это вертолет какой-то такой. Ну, Я типа, сейчас поставлю. что-то типа Вот вертолет. такой вот космический корабль. Так, ты Че? где? Ну, такой вот полетать. Вот снизу тут отсек, можно посидеть, тут людей посадить. Кстати, вот в мультике Звездный Стар, это, нож Звездные войны, вот такая же был. Там этот, зелененький чувак сидел. В фильме тоже такая была. Да. Так, сможем мы... Так, ну внутрь, наверное, можно залезть. Сейчас мы посмотрим. Нет, внутрь залезть нельзя. Выбери. Тут только кабина. Так, ну давай сейчас покажу вам еще одну постройку. Я тоже себе взял еще Вот один. такая вот. Вот такая вот пушка. Это не пушка, это корабль. Да, это корабль. Просто я криво поставил. Нет, нет, правильно, вот на меня вот смотришь. Это А, с... все. Понял, понял, понял. Да, тоже неплохо. Так, то не с той стороны посмотрел. Ну да, вот такой корабль. Внутрь давайте попробуем залезть. Сейчас залезем внутрь. Внутрь, вот я залез. типа управляешь. Так, там еще можно сейчас тут пройти. Тут место. Эй, я Какие-то тебя. кнопки. Так, вот тут еще люк у нас. Вот туда не пройти. Не борзей, тоже хочу. Так, ты дыры за собой заделывай. Да подожди, я забыл. Тпшнись. Я вылез. А, потом дырки Так, выйдут. ну и вот последнее, что я вам покажу сегодня. Это Что-то вот типа машины. такая вот какая-то фигня. Так, Я сейчас... Давай. выдвигающийся вот здесь вот поршни. Ну, неплохо сделано. Внутрь, будем залезть. Давайте вот тут и залезем. Так, не тама, не тама. Не понял, так. А сюда не залезешь. Я-то залезу. Все, я залез, меня устраивает. Давай сейчас еще покажу. Это последнее, да, твое? Да, это у меня все. Сейчас я попробую тоже показать, если у меня не будет похоже на его. Так, ладно, его рядом с тобой будет сделать. Во, вот это давайте попробуем построить. Вот это вот такое вот Ой. скоростная, маленькая скоростная. Такая... О, смотри. Вау, вот это тут неплохая. Ты ее слишком близко к этой А, поставил. да, я сейчас. Ну, тут колеса, давайте внутрь залезем, внутрь. Вот, внутрь я залез. Подожди, давай сюда, вот здесь нормально будет. Давай, сейчас тебе точность. О, О, под... вот это размеры тоже. Класс, мне нравится. Вот это неплохие размеры. Давайте сейчас реально внутрь А залезем вот еще люк раз. есть. Леха, Славик, вот люк. Где? А я вот он. А, вот он. Вот раз я Первый нормально. раз я нашел люк. А, точнее, ты нашел люк. Да. Тут можно вниз даже лезть, ниже. Так, я внизу. Тут О, вот. тут пункт управления. Шо сюда? Ща, пришивают. Так, это. Так, еще что-то тут ямы. Ну так-то неплохо здесь построили. Разработчики. Разработчики красавы. Это сундуки тут. По бокам. А, А, вон вот. сундуки. Типа хранения. Ну да. Нижний можно Почки открыть. вообще красавцы. Ну так-то да, неплохо. Так, ладно, давай вылазим. Так, где тут люк? Какая разница, какой-то люк. Ладно. Русский. Подожди меня. Так, ну так-то неплохо. Классная машина, капец. Ну. Вездеход такой. Домой себе, прикинь, Славик, такой домой.
Ну и давайте какой-нибудь я вот такое слева не показывал. Я это, я сейчас, подожди, у меня рыща. Вот такую неплохо, вот такая вот неплохая. Ну да. Скверная машина. Корабль вот такой вот тоже неплохой. Кошерный корабль. Слышь, давай сейчас, у меня еще есть. Давай. Так, вот еще одна постройка. Давай. Сейчас, подожди, это большая. Ну, если ты предпоследнюю не брал. Я не знаю. Сейчас, если предпоследний возьмет, то кидай. Все. Ну вот, наверное, предпоследний взял. О, нет, вот это самая громадная постройка, наверное, во всем это этом. Это какую ты взял? Ну вот она, ты прогрузился? Да, да. Ну вот какая она? А это дофига турбина очень длинная. Вот, о, вот, это... вот как вот которая, помнишь? Да, да, помню, помню. Которая. Да, так, вот сейчас я внутрь залезу, тут люк где-нибудь есть, если нет, ты то я так залезу. А, сейчас я, подожди, ты. Это какую ты взял? Какую ты взял? Какую ты взял? Последнюю самую. Самую-самую? В а, самом последнем ряду? Нет, вот, я сейчас последнюю возьму, тут очень большая будет. Нет, 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 не надо. Это самая большая. Какой ряд? Какой ряд? Вот смотри, вот там заходишь в этот, где. Ну. Вот 4 внизу, и вот. Четвертый ряд самый последний, да? Нет, самый последний, вот предпоследний ряд последний. Предпоследний ряд? Последний, да? Да, да. Консула, класс, крейсер, ред бай, прима, супер. Крейсер, короче. Ну. Давай внутрь сейчас залезем. Здоровый кабан. Так, а, никто, давай. Не тут залазим, значит, нет, не здесь и залазим. А здесь вон... можно залезть. Где? Сейчас залезем где-нибудь. Так, подожди. Сейчас я залезу. Так, давай-ка еще один раз сломай. Сколько здесь? Ой, не туда, не туда, не туда. Обратно, обратно. Давай, да вылезь оттуда. Вызайти я сам сейчас очень. Нам где-то уже здесь сломать. Да сейчас, да, вот тут сломаем. Нет, тут перебор. А блин, где здесь проход? А, да ё-моё. Нифига тут пролетаешь, немножко подлагивается. Ну конечно, такой гигант. Разработчики, реально. Все, я внутри. Так ты пошли меня к себе. Не совсем там, где надо внутри, но меня вполне устраивает. А, давай ты пошли к себе. Кошерно. Слава! Так, это гигантский, просто гигантский корабль. Это пипец. Сейчас внутри полетаем, посмотрим. Так, вот тут. Тут вообще кошерно. Тут дофига, просто дофига себе комнат. Вообще кошерно. Кошерней нет. Я вниз нашел. Я на второй этаж. Я вниз сам спустился. Я наверху так. Тут вот комната управления, вот она. Пишешь меня к себе? Вот оно управление. Сейчас я тут десант. Вот его. Вот а, ну управление да, у нас здесь. Сейчас. Сейчас прыгаем. Эй, садимся. Иди посели. Так, вот здесь можно поспать, отдохнуть. Так, здесь у нас здесь то же самое. Потом. Так, где здесь? Мы тут послаем, мы это все не покажем. Ну я хоть немножко покажу. Так. Давайте еще полетаем, посмотрим. Здесь тут дофига комнат. Ой-ой-ой, меня аж пролагивается FPS потихоньку. Так, вот это что за... Так, это ничего не работает. Ладно, пофигу, я думал, здесь какие-нибудь пасхалки есть. Что было бы очень прикольно для такого корабля. Здесь я нажимаю плита. А, не работает, жалко. А прикинь, механизмов здесь нет. Тут динамит. Так, механизмы здесь есть. Это должно вот эту фигню открывать. По сути, так-то. Нет. Да, это должно открывать, типа, вход. Ну ладно, он не работает. Ладно, двигайся. Потом Android починю. А, давай, наверх залетаем. Ну, сейчас давай еще немножко покажу тут что. Вот. Где-то двигательный отсек, здесь мы пришли. Тут еще вниз проходик. Внизу сейчас посмотрим, что да как. Так, тоже неплохо. Так, вот тут еще проходики наверх. Ну, внизу тоже неплохой отсек, тоже такой. Ты тут. Хорошо. Ну, тоже чем-то управлять. Так. Ну-ка, что там мне тоже интересно. Ну и тут еще много кроватей, где можно отдохнуть. Ну, не помогает. Давайте наверх заберемся сейчас на самый-самый-самый-самый верх. Так, это еще с чем, блин. Ну да, я думаю, можно отсюда выйти сейчас спокойненько. Вот как-нибудь. Вот так.
А, ты пешнишь меня тогда. Ну все, я вышел. Ну, ты пешни тогда, вот. Так, ну и сейчас давайте посмотрим, что добавляет это новое измерение. Тут вот всякие постройки есть. Эй, у меня еще не все. Да хватит там этих построек, дофига уже. Подожди, какой тут такой странный. Подожди. Это не так. Подожди, я пока устрою. Сундуки у нас пустые. О. Так, вот здесь всякие. Вот железный блок можно на халяву устроить. Так. Ладно. Опять снег пошел. Откуда здесь снег-то? О, слышишь, смотри. Прям перед тобой такой. Ну тоже неплохая построечка. Ладно, не буду уже морочиться. Три турбины. Это... Ну, разработчик еще с красавы. И зачем ты вышел? У меня Майнкрафт выкинуло. Ладно, мы продолжим через мгновение. Так, мы снова вернулись. Славик, шруй сюда. ТП, я ТП сюда. Смотри, смотри, такой тын-тын-тын-тын-тын. А, и к домику. Вошел такой, беспаленный. Своровал все и свалил. Ну, такой на корабль сел и уехал. Еще мода на амулет не хватает, тут невидимость. А, ну ты, точно. О, и тут еще выше проход есть. И там тоже отсек. Так, ну тоже неплохо здесь так-то. Так. У тебя так быстро ноги шевелятся, да капец. Кайф. У тебя тоже просто вообще. Такие ноги просто вообще гиперскорость. Давай, ну, снимай, смотри. Не, давай я пробегу. Давай. Это просто гиперскорость. Ну, давай, выходим отсюда. Давай, сваливаем. Сваливаем. Давай динамитом все заложим и свалим. А, ты вниз. Не, стой. Тут еще сундуки, мы еще не все показали. Вот и. Ну тут так-то неплохо комнат. Слава, десантируемся! Какой десантируемся? Я парашют забыл взять. Я без парашюта. Я в креативе. Так нечестно, ах ты читер. Я? Да, ты. Нет, никогда не слышал такого. Ну все не знают, что такое читер, да? Да. Вот такие тут непонятные, вот такие вот фигнюшки находятся. Очень непонятные в этом измерении. Давайте я покажу вам, как построить вообще в это измерение портал. Давай я построю. Давай, я покажу на запись. Вот, берем вот такой вот блок. Давай я построю. По-моему, вот такой. Строим портал как в Давай ад. Давай я подожгу. И это... поджигаем вот такой вот зажигалкой. Все. Вообще бразил. Теперь можем выходить из мира. Сейчас главное, что нас обратно не телепортнуло. У меня такое уже бывало. Я почему-то не могу. Так, у меня просто загрузка. Вот все. Так, я кажись в обычном мире. Надеюсь на это. Слышь ты? Так, все, я в обычном мире. Что-то не прогружается. У меня чанки тоже долго грузится. Во, все. Опа, лаки блок, слушай. О, давай. Давай проверим. О, сена, слушай, у нас есть сена. Мое сена. 8 стаков сена. Еще один лаки блок. Где? Да должны мне часть теперь мне. Рыбы. Нет. Я против, это дискриминация. Ты что-то записываешь, да? Да, еще записываю. Давай полетаем, поищем лаки блоки. Да, не, это не в тему. Обзор модов. Это как-то будет. Так, вот еще добавят такие вот лампы и перские какие-то. Вот это сам блок портала. Новые руды добавляют, вот видит их много. Давай, например, я покажу вам несколько штук. Вот такая руда будет добавлена. Сейчас возьму все. Вот так, 8, 7. Так. Возьмем все руды. Упс. И возьмем вот. На эту. Ай! Капец, короче, я заново возьму все руды, то запутался немножко. Так, все. Посмотрим все руды, какие добавляют этот мод. Руды здесь, как вы видите. Он довольно-таки прилично. Сено он не добавляет, ты в курсе? Не знаю, просто так. Вот, довольно-таки неплохо руд. Сейчас я вам еще получше попробую показать. Так. Вот это такая. А так, все. Ну вот столько рут он добавляет. Причем он еще добавляет. Вот этот сам портал. Еще какие-то тут новые блоки, лампы. Это я вам показывал. Вот эти блоки я вам показывал. Вот такой вот еще это бедрок. А в том мире это коренная порода. Такие вот лампы он добавляет. Нет, вот. И вот такой, и вот. Тут тоже самая лампа. И вот такие вот. Вот такую еще руду. И вот такой вот. Блок из этой руды.
так. Славик, кошельность должна быть везде. Еще какие-то вот такие вот непонятные фигни, я не знаю, что это такое. Вот, видите, такие какие-то маленькие-маленькие кубики. Подождите. Ну, это мод очень много чего добавляет. Вот такую вот еще фигнюшку, которая открывает непонятно что. И самое главное, он добавляет такие вот эмблемы. Вот одна эмблема. Сталин. Вот такую еще розовая эмблему свинья. Он добавляет. Ой, так, розовая это. Вот эмблема, вот еще одна. Давайте, например, вот эту еще эмблему возьмем. Вот если направим, вот такая еще эмблема у нас есть. И вот, давайте еще вот одну эмблему покажу. Вот такая это еще пугать. Эмблема. Парни так пугать. Какие-то новые палки. Ну, добавляет этот мод очень много всего. Но это вот, чтобы скрафтить людей. Да фига вещей. Много. Ну, спасибо всем за просмотр. С вами были Соник и Мистер Флинн. Всем удачи и всем пока. Десант!